Всем привет, друзья! Сегодня у нас хоррор под названием «Пульсфобия». Вы выбрали в Телеграм, я задал вопрос, какую игру сегодня снять, и вы выбрали именно хоррор. Я нашел хоррор, довольно старый. Как мы все знаем, старые хорроры — это самые страшные хорроры. А если ты не подписан на мой Телеграм, то это очень плохо. Ссылочка вообще-то внизу. На мой ВКонтакте там тоже внизу, точнее на группу. Ух, начинаю. Твою мать, как страшно. Какие-то shift бежать, маус открывать, F flash light, то есть включать свет. Ты мне страшно. Where I am? Где я? What is this place? Только давай без... Не в начале скримеры только. Потому что нереально страшно что-то. Нас приветствует черный экран. Подожди, эта игра забагалась или что? Или так должно быть? А, надо свет врубить. Это так темно у нас будет, да? А что у нас так лагает? Подожди, не лагает-то. Подожди, куда? Серьезно, ходи на стрелке. О, это самый страшный хоррор. Подожди, бежать. Я извиняюсь за то, что сейчас была обрезка, потому что я случайно вышел из игры. Так, это мы, получается, находимся где? Это мы какой-то матрас. Спальня. Давай все-таки потише. Хотя, нет, надо все-таки играть, как играется. Так, мне страшно вот реально выходить куда-то. Такой скримак. Я не хочу выходить. Подожди, точно надо выйти, да? Судя по всему, да. Да, пойдем сначала сюда. Мне сердце просто бьется, мне страшно очень. Ой, двери. Они везде пустятся будут, да? Такая же комната, да? Окей. Значит, сердце бьется, мне страшно очень. Что-то я видел на картинках, что зарожа такая будет. Это очень страшно. Страхолюдище. Блин. Такие-то комнаты. Страшно, реально, не хочу. Записка. О, твою мать. Так, какой-то дом получается, да? Это то страхолюдище, походу, которое меня будет сейчас не пугать. Пять людей. Сейчас мы обращаемся на здесь, да? Вот сейчас мы выйдем, она там будет, я тебе отвечаю. Мне страшно просто. Вот, я в такие игры не очень люблю играть, потому что тут неожиданность просто. Да, пошли. Блин, мать! Подожди. Хорошо, скримера не было сейчас пока что. Так, это что? Это ключ. Ключ от... что это? Тоже не понятно, что это. Потом это надо в сейф, как я понимаю. И потом какие-то люди идут на вентилятор. Куда ты мне вверх показываешь? Здесь еще дверка есть. Answer. Ключ надо найти, да? Это двери. Сейчас скример будет. Уверен. А, дверь закрыта. Вот сейчас будет скример, я тебе отвечаю. Вот должен быть. Вот где-то из этой двери. Так, собрались. Закрыто. Мне страшно. Подожди. Сейчас мы, короче, берем этот ключ, да? И все. Сейчас будет скример. Я не готов просто к этому. Двери, значит, да? А вот вы готовы, ребят? Я нет. Скример какой-то сейчас будет. Мы в лесу. Тихо, тихо, тихо. Игра похожа на Слендер, кстати.
На Слендера 9... Ой, 8 этих... Записок что-то. Твою мать. Твою... Что? Трайтор. Что это значит? Не страшно. Я просто в хорроры никак нельзя не играю. Ну так вот обойдем вот так вот по кругу. Я просто сейчас на каждом. Просто уже насторожен прям. Мне кажется, сейчас как будто. Вот прямо сейчас будет какой-то скример, вот реально. Тут деревья у нас поотрубленные, да? Извиняюсь за то, что мне опять писали. Вот почему они не пишут? Надо реально, короче, включить этот, то, что мне не писали. А, найди что-то, ну, куда книжка, походу, вот эта вот книжка, да? Это какой-то что-то блокнот. Равно дом. 4 дома равно дверь. Ну, 4 дома обыскать, да? Ну, что, угорайся. Да нет. Я пойду вот так вот по заборчику. Я по заборчику вот так вот по кругу. Скримага будет точно, я тебе говорю. Тут будет скример такой страшный просто, я тут просто все говорю. Буду орать, только буду орать просто здесь буду, я тебе говорю. Ты чё, дура, бля? Твою мать! Чё ты делаешь, бля? Ты чё? Твою мать! Чё ты делаешь, а? Я про эту бабу и говорил. Боже, подожди, подожди. Что творишь просто? Твою мать, мне нравится. Наш голос просили. Я так заорал прям. И она появилась мне тогда, когда я прям это заорал, я тебе говорю. Когда сказал то, что буду орать. Так, тут войти можно, тут войти нельзя, нам не дает. О, твою мать. Подожди. Что ты делаешь просто? Что ты делаешь, а? А мы почему-то здесь были, да? А куда нам идти? Мне все равно просто эмоции переполняют. Я не понимаю, что делать надо в этой игре. Сейчас скример напугало. Я не знаю, у меня как там на записи слышно мои вопли. Но... О, сейчас будет что-то из-за угла, да? Какая-то... Ага. Ой, подожди. Вот еще никогда я так не пугался. Вот ни в каких хоррорах еще так не пугался. Это мы обошли, получается, круг, да? Да, пойдем вглубь леса. Хотя это не очень хочу. Тут прогрузка сколько? Тут полчанка, что ли? Реально, тут ничего не видно. Тихо. Машина за окном едет. Думал, какой-то звук уже. Это забор. Злопощадный забор. А что искать-то надо? Ну эта деваха меня напугала вообще. Страшно. А, твою мать! Чё ты мне нашёптываешь на ухо? Страшно. Отстань. Я не хочу с тобой разговаривать. А мы потерялись или нет? Заборчик это. Может играть 10 минут, увидели только один скример, а какая-то деваха там что-то нашептала и все. Это забор, получается, нужно вот сюда. Куда идти-то? То есть тут тап есть? Тап? Нет. А вот нам можно бежать на правый shift. Ой. Я хочу... А что тут надо делать? Реально, тут как-то пусто, ничего нету. Что-то надо, наверное, найти, походу, да? Мы опять пришли, да? И что?
Открыть мы не можем, зайти мы не можем. Что тут делать? Просто не хочу лезть в YouTube и смотреть, типа, что надо делать. Ну, если у нас не пройдется, не получится пройти этот хор, а тогда все, закончим. У нас есть какую-то записку. Что-то там надо найти, какие-то 4, либо записки, либо 4 домика, я не понял. И тогда мы сможем что-то дверь открыть какую-то. Что делать, реально? Травушка, муравушка, муравушка. Тут нет ничего просто. Тут просто ничего нету. Просто на записи вот у вас как-то не надо какое-то потемнее это все видно. Потому что мне видно больше. А хотя нет. Не, у вас так же видно, у вас так же, да. Ой, так. Опять забор. Куда нам идти-то надо? Мы просто блуждаем по лесу и боимся того, что нас могут сейчас напугать. Потому что реально, какая-то цель в этой игре. Я описание даже не читал, я просто видел что-то, всю эту игру. Тихо. Как-то рыл присесть нельзя, ладно. Твою мать! Тихо! Я подобрал деревянную доску. А видимо, что надо пойти к этому куда-то вот сюда, да? Попробуем, давай. Нам нужно уже к тому листку вернуться все-таки. А хотя нет, подожди, зачем? Это же... Что тут делать? Ну, реально, мы нашли куда-то доску подобрали еще, да? Что-то сделать надо с ней? Или надо ту деваху этой доской по голове огреть, или что? Давай продолжим наши поиски. Это опять мы добрались вот до забора. А может ты перепрыгнешь забор и уйдешь в лес, просто убежишь, да? Тут искать реально, тут нечего искать. Тут, ну, тут реально, надо... Там даже эти рисунки непонятно. Там хотя бы было написано, что надо сделать. О, вторая доска, слушай. Сейчас будет скример, я уверен. А нам же такие... А, 4 доски надо походу собрать, да? 4 доски. Стоит, на 13 минут уже видео. Теперь, мне кажется, надо куда-то туда идти, не знаю. Уж тут мы уже ходили, тут забора нет. Вот забор, кстати. Это конец все. Я просто сейчас смотрю, еще где эти доски странные здесь. Это трава. Это чьи-то следы, что ли? Хотя нет, так это низкополигонная земля. Ой, какая низкополигонная. Низкопрорисованная земля. Последняя доска осталась, да? А вот последняя доска, там будет скримак такой жесткий просто, я убью. Ну-ка. Нельзя, да? Мы уже играем 15 минут, да, 15 минут. И... Может, только три доски. Три доски. Ударение, ставь. Три доски. А, давай попробуем пойти вот так вот. Вот сюда. Может, мы найдем какого-то местного обитателя и познакомимся с ним. Нет доски, алло. Ой, или мы все собрали? Хотя нет, мне кажется, не все. Где бы могла быть доска, слушай? Ну вот давай еще минут пару поиграем, если находим доску, тогда будем заканчивать. Ну, что могу сказать об этой игре? Она непонятна, потому что там все, тут все написано рисунками. Мы должны типа разгадывать типа эти рисунки и понимать. Отстань, пожалуйста, отстань, пожалуйста, отвали от меня, уйди.
Уйди, 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 пожалуйста. Уйди. И мы должны искать доски, что-то из них сделать. И что-то уйти обратно. Откуда? Из какой-то, ну, короче, вышли из какой-то тюрьмы, какой-то камеры, реально, какой-то... Какой-то тюрьмы, типа, нас то заточили, походу. Что это? Ой, последняя, подожди, скример будет, я говорю. Я готов. Нет, не готов, я не готов, я не готов! Тихо, тихо. Тихо, успокойся. Скримак будет. А что делать-то надо? Q, R... Это свет потуши. Ну, без света невозможно играть. Это уже для отчаянных вообще. R, I, B, N, V... Нельзя ничего нажать? Я нажимаю, ничего не происходит. Что надо сделать? А может, это первая версия The Forest, она уже просто выживает здесь? Хотя нет, это хоррор. Короче, ребят, предлагаю закончить вот здесь, потому что мы тут не нашли ничего годного. Тут какие-то просто деревья. Тут реально ничего здесь просто нету, и... Ну, мы 4 доски собрали, типа, что нам с этого будет? Мы, типа, ничего не получили. Я на ютубе посмотрю сегодня прохождение, вот, после этой серии. Что мы не так сделали, и потом в сообществе и в телеграме напишу. Что мы не так сделали, что надо было делать? Деревья, подходим, ничего такого. А, смотри, подожди, рано начал заканчивать. Смотри, смотри, смотри. Sometime he has been unlocked. Пришло время открыть. Подожди, рано начал заканчивать, рано я начал заканчивать. Мне страшно просто. Ой, твою мать, сейчас будет скример. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, как же плохо, ой-ой-ой-ой-ой, просто скримак сейчас будет. Ай-яй-яй, а-тя-тя-тя-тя, вот нельзя так реально. А, я не понял, где дверь. Не страшно. Что? Я все, я же это, просто доски там сделал что-то с ними. Пики сделал. Затащил же. Что делать? К столику подойти надо. А, нажать можешь надо? Подожди. Дверь отсюда открыть. Я не готов это реально к скримеру сейчас. Я нажимаю, ничего не происходит, нет. Короче, давайте на этом уже заканчивать. Извиняюсь, я думал то, что если нажать на Escape, то мы выйдем в главное меню. Оказывается, нет, мы вообще с игры выходим. Ну, собственно, давайте будем заканчивать на этом. Подписывайтесь на мой Telegram, подписывайтесь на мой ВКонтакте, там публикую посты. Также можете участвовать в голосовании, чтобы выбирать, какую игру мы будем сегодня играть. Это я был раз, да, и мне нужно реально придумать прощание с вами, потому что у меня прощание, типа, я импровизирую. Всем удачного дня, вечера, ночи, ребят, всем пока.